Красавица Лулу, представьте вашего подопечного. Я надеюсь, что Эркин Холматов должен сейчас спеть песню, которая поднимет его на какую-то небывалую высоту. Ну, может быть, эта высота будет означать 7000 над землей, а может быть и выше. Давайте все-таки послушаем, что такое 7000 над землей и как это выглядит. Эркин Холматов. Эркин Холматов. Половина первого 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорей тебя обнять. Oh, yeah. Дамы и господа, Валерий Сюткин! За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорей тебя обнять. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорей тебя обнять. Эркин Холматов, Валерий Сюткин. Ну, молодцы. Ну, что еще скажешь? Ну, такой замечательный дуэт. Рок-н-ролльный. А какой потрясающий был номер. Номер очень хороший. Валерий Сюткин. Да. Я просто не знаю, как у вас получится. Просто Валерий для вас. Как сериал «Просто Мария», помните? Просто, Валерий, скажите, а просто ли было петь Эркином или нет? С удовольствием. А все, что происходит легко и просто, и с удовольствием, все обязательно находится своего адресата. Спасибо большое. Мы прощаемся с Валерием Сюткиным. Но не прощаемся с его творчеством. Валерий Сюткин. Просто Филипп забыл еще. Просто Филипп. Спасибо. И просто Валерий Сюткин. А Эркину Холматову предстоит сейчас выслушать мнение нашего уважаемого жюри. Роман Емельянов, самый веселый член жюри нашего шоу. Эркин, ну, на мой взгляд, вот
Ну, вот ты как пришел на этот конкурс милым, обаятельным мальчиком, который обладает определенными способностями, которые, лично я надеялся, вырастут во что-то невероятное. Вот сейчас приближается финал. Сказать, что исполнение всего репертуара Валерия Сюткина сегодня приблизило тебя к каким-то вершинам, я не могу. То есть, ну да, мило, ну да, клево. Вот тот же самый милый мальчик, который на первом туре выступал перед нами, то же самое здесь происходит. Сказать, что и в первой песне, и во второй я специально особо не останавливался на первой композиции. Ну, поешь, в ноты попадаешь, а содержания нет никакого. Вот что в первой песне, что во второй. Это мое мнение. Ясно. Даже не знаю, стоит ли продолжать веселье на нашем шоу. Я думаю, его продолжит Борис Краснов. Вы знаете, я этот человек, который все время хочет попасть в мой Савиным цирк, прав как никогда. Я вот серьезно, я согласен с Ромой, потому что я вот все время об этом говорю, о каком-то несовпадении, почему-то все время не знаю, что происходит. При том, что классно. Я скажу самое главное, Эркен, то, что ты вырос на этом конкурсе, это 100%. Вот тут я не согласен. На 3 сантиметра зарубки в гримерке делает. Вот. Видите? Ты вырос, но вот какой-то, видимо, надо. Или тебе действительно может пойти в театральный институт. Надо работать с педагогом. Надо разбирать суть пьесы, суть героя, суть происходящего. Вот не откликается в глубине. Вот «Гудбай, Америка», у тебя был неудачный эксперимент, да? Надо все равно понять до конца своего героя. Это нужно прожить эту ситуацию. Может быть, потому что тебе дано очень много, но, может, надо этому можно поучиться. Понимаешь, надо разбирать вот просто мастерство актера, может быть, верить в предлагаемые обстоятельства. А так ты молодец. Ты, то, что ты вырос, это 100%. Но вот то, чего не хватает, я с Ромой согласен абсолютно. Спасибо большое, Лолита. Защищайтесь. А знаете, я в сложной ситуации насчет защиты. Меня удивила только одна вещь вот сейчас в Иркине. Я понимала, что ты вернулся к тому состоянию, в котором ты пришел. И слава богу, что ты к нему вернулся, вот к этой уверенности, с которой ты пришел на конкурс, на прослушивание. К той уверенности, с которой ты покорил всех нас, когда мы еще даже не знали, какие группы будут у нас. Меня сейчас впечатлила одна штука. Вот если бы ты ее повторил, я вообще поняла, что сейчас мои коллеги бы легли здесь намертво. Потому что, когда ты вот начинал петь, и у тебя режиссер придумал, постановщик, такую штуку, Ром, ты должен понять, и Боря, ты должен знать, насколько это сложно. И эти вещи делают очень мало людей и артистов на земле. Но когда артист поет, и его вдруг поднимают, и он, не меняя дыхание, допевает фразу. Ребята, вы знаете, как это сложно? Вот если бы сейчас Иркин повторил это... Давайте с удовольствием поаплодируем. То это было бы... Эркин, повтори. Это ведь на самом деле мастерство. Это же не просто так, честное слово. Это дается с большим трудом и очень многим людям. Я знаю только несколько, Мадонна в том числе. Потанцовку вернуться. Но я просто говорю вам, да, я хочу вам доказать, насколько это сложно и насколько он приобрел опыт. Вы понимаете, да, ребят, что случилось? Это же профессионализм. Вот так петь, и при этом не меняя дыхания, держать ноту при поддержке. Ребята, это просто уникальное явление. А вы мне говорите, что это что-то в этом не то, вас не удивило. Ваши так не делают. А мой живьем, хоть вниз головой, хоть наверху. Немножко. На нашей памяти Алла Борисовна исполняла песню, когда взмывала под купол цирка. «Миллион алых роз». Также... Ни в коем случае сейчас я говорю о 16 годах и о факторе А. Он в начале этого сделать не смог. Алла Борисовна, а сейчас тоже он было это почти делает. Почти 16. Алла Борисовна, простите, вам было 17. У вас просто не было фактора. Вам не надо было доказывать. А здесь еще один случай. Доказательство перед чужими людьми, перед дядьками, тетками, перед экраном. Он взял это и сделал. Ребята, попробуйте кто-нибудь. Лола, объясни. Мы разбираем отдельные достоинства, и мы разбираем целое. Это достоинство роста. Вот о чем я говорю. А вы его не заметили. Мы отметили, что он растет. Вообще люди растут до 25 лет. Я прошу прощения, что мешаю вашей беседе. Эркин будет повторять или нет? А если в зал попросит, наверное. Для этого нужен балет.
балет, да ладно. Филипп Киркоров подходит вам? Нет, ну что, балет это все соло, хотя бы дуэт, дуэт балет. Дуэт балет. Кабаре дуэт. Говори, ребята, сделайте стульчик. Стульчик? Стульчик. Да нет, надо только позвать балет и попросить поднять. Не надо, мы без балета сейчас. Вы вдвоем... Они сделают кривой стульчик. Филипп, для этого надо начинать петь до того и давай. Петь во время подъема. Ничего, сейчас мы организуем. Филипп, я за вас боюсь. Вы один из самых дорогих артистов в этой стране. Я сказал стульчик. Это грыжа, Филипп. Я так, сказал, садимся. Я там... Хорошо, ладно. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь туда. И разогнав крылом туман, упав мне с небес, скорее тебя обнять. Скорей тебя обнять, Эркин Холматов! И после этого, после этих аплодисментов, после этих слез Аллы Борисовны... Слово Алле Борисовне! Ой, ой! Ну, можно спросить у Максима Галкина «Танцы со звездами». Помнишь, когда ты пел, тебя подняли на руках, ты там пел. Это сложно или нет? Сейчас, секундочку. Пол стула подошло к Максиму Галкину. А вторая половина здесь. Это со спинкой. Это со спинкой. Дорогие друзья, я хотел вот что сказать. Действительно, это очень сложно. Эркин молодец, у него потрясающее обаяние, но я, к сожалению, здесь не имею никакого голоса. Я могу только стереть пальцы, посылая какие-нибудь смс. Вот. Аллочка, ну поверьте. Ты продолжи, пожалуйста, а то неудобно. Я же вообще... Не из этого шоу. Хорошо. Максим, вы должны были хотя бы сказать «дома поговорим». Я этот голос обожаю. Вот это другое дело. Это был блистательный Максим Галкин. Невероятная Алла Борисовна, вам слово. Кому-то тяжело наверху петь. Кому-то... Нелегко и внизу петь, понимаешь? То есть я знаю актрис, которая вообще внимания на это не обращает. Как ты говоришь, Кристина Орбакайте, Мадонна. Правильно. Да. Но это с опытом. Больше-то и нет. Это с опытом, но, Борис, но все равно это труд. Это же труд титанический. Я помню, как меня поднимали в фильме «Женщина, которая поет, я пела о любви, не говори». Мужики меня таскали на руках. Не знаю, если есть опыт определенный, то ничто не мешает. Понимаешь, плохому танцору все мешает. А Эркин танцует, слава богу, хорошо. Давайте поговорим об Эркине. Вы говорите, что он, вот какой он был, таким он и остался. Спасибо, что не хуже, да? Значит, что у него появилось? У него, во-первых, он стал старше. И внутренне, и внешне. У него появилась уверенность. А обаяние ему не занимать, иначе не голосовали бы за него так, как голосуют по сей день. Не помешало и то, что он там хрипел, болел. Значит, все-таки дело не в голосе, а дело как-то в умении им владеть, владеть собой. И вот это вот, ненавижу это слово, но оно есть, харизма. Мне нравится, как он выступает. Мне нравится направление, которое он себе выбрал. Когда-то мне в 16 лет сказали, ты, девочка, обладаешь многими, многими качествами для того, чтобы стать звездой. Но для того, чтобы ею стать, тебе нужно повзрослеть, чтобы все свои таланты, ну, на почву зрелости положить, и что-то такое, значит, тогда можно выдавать людям. На сегодняшний день... Мы боимся дня потерять в нашем возрасте, в шоу-бизнесе. Такой совет непригоден для Эркина. Хотя, в принципе, он настолько обаятелен и талантлив, что, в принципе, вот 2-3 года его не уберут назад. Если не заберут в армию, Алла Борисовна.
Ну, а после армии он вообще заблистает. Он в армии будет певец ансамблей и театров. Ну, не знаю там, что с армией. Я просто хочу сказать, что я довольна Эркином. Каждый раз я получаю удовольствие, глядя на него, слушая его. И я не делаю скидки на его 16 лет. Мне кажется, что и 18 лет он что-то свое новое приобретет. Но основа у него будет хорошая. Это его музыкальная, именно музыкальная одаренность, интересный тембр голоса и, конечно же, удивительная, я так понимаю, влюбленность в свое дело. Ты же это любишь? Да. Но если ты будешь преданной своему делу, то у тебя все получится. Молодец. Спасибо. Спасибо. Что ж, дорогие телезрители, еще раз напоминаю, отправьте как минимум 7000 смс цифрой 08 на номер 1819 или звоните по телефону 8-800-333-4908. Поддержите молодого Эркина Холматова!